Новосибирские врачи установили кардиостимулятор собаки. Это первая подобная операция в Сибири, да и в России ее делали лишь дважды, в Москве и Санкт-Петербурге. Так что дворняги по кличке Мира, которую хозяева когда-то взяли из приюта, крупно повезло. Электроды к сердцу подвели по сосудам, сам же прибор зашили под кожу в районе холки. Денег за операцию врачи не взяли. Владельцы животного заплатили только за кардиостимулятор 90 тысяч рублей. Пришлось взять кредит, но хозяева Мира ни о чем не жалеют. Операция прошла успешно, четвероногий пациент уже чувствует себя лучше. А еще недавно умирал на глазах. Сердечный ритм у собаки был всего 20-30 ударов в минуту. Никакая терапия не помогала. Потому что пациент не будет жить с таким ритмом. У него началась отрицательная гемодинамика в виде скопления жидкости в брюшной полости, скопления жидкости в грудной полости. Пациент не мог стоять, пациент не ел. И владельцу нужно было принимать решение. Либо пациент должен быть избавлен от мучений, либо ему должна быть оказана адекватная помощь.